Инцидент со смертельным исходом в семье разбился 54-летний рабочий, который монтировал рекламный билборд на фасад многоэтажного жилого дома. Он упал с высоты 5-го этажа. На место ЧП прибыли спасатели и врачи скорой помощи. Однако мужчина получил травмы головы, несовместимые с жизнью. Как выяснили спасатели, рабочий находился в решетчатой люльке автокрана и пытался повесить рекламный щит на стену. Обстоятельства инцидента выясняются. Стоит отметить, что это уже второй подобный случай, зарегистрированный в семье. Ну, спасателями, конечно, в таких случаях сразу же делается экстренная эвакуация, оказание первой доврачебной помощи. Вот, ну, после того, как прибыла бригада 03, сотрудники констатировали смерть. Предварительная причина – это несоблюдение техники безопасности при работе на высоте. Но официальное заключение дадут сотрудники охраны труда и техники безопасности.